Итак, всем здорово, пацаны, с вами Император Prime, и сегодня я покажу вам открытие ящиков. Вот, скажите, зачем? Ну, затем, потому что, во-первых, вышло обновление 0.22, буквально 15 минут назад скачал. Вот, у нас вот такое меню, видите, тут все понятно уже, короче, что оно на основе, все круто. Круто-круто. Ну да ладно, крутизна это все фигня, но я хотел бы, короче, именно открыть ящики. Я только что их открывал, 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 просто, если честно, задолбался. Но заходим, смотрим инвентарь. Итак, у меня, я уже, короче, на самом деле открыл золотые контейнеры и платиновые. Вот, у меня, ну там не так много было, но оставалось у меня что-то там 500, короче, тысяч вроде бы. И вот я 8700, почти 9 лямов уже набил. Но начал открывать серебряные контейнеры, и у меня 6 ящиков золотого контейнера выпало. Потому что рассказывали, что если ты открываешь, к примеру, золотой контейнер из 10, получая из 10 открытых ящиков, один шанс попадет то, что ты откроешь платиновый. Ну, сейчас, короче, сделаем вот так. Я открою 6 вот этих. Плюс еще, ребятки, сколько у меня было? У меня было до этого штук 700 их я открыл. И сейчас просто вообще тоже капец. Но не прошло и полгода с того времени, как я открывал последний раз ящики. И есть такое, можно пропустить анимацию. Это круто. Открыть все ящики, как я предлагал, кнопку нету. Но появилась, вот смотрите, пропустить анимацию. Вот такая фигня. А мы вот так вот делаем. Смотрите. Оп, то есть быстро, в принципе, намного быстрее стало, очень прикольно. Так, все, стопе, стопе, стопе. Все, мы, короче, открыли. Ой, те, которые мне выпали. Итак, поехали. К примеру, вот у нас серебряный контейнер. Открываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Фак, сука, 30. Вы представляете, я 30 открыл. Где же получаю просто... Когда разработчики, наверное, мне кажется, делали, они думали, какой дебил будет, короче, сидеть и клацать, короче, ящики, и сколько там выпадет. 30 ящиков я открыл, чтобы выпал один золотой. Ну, это просто капец, вот он появился, ребят. Представляете, это просто, конечно, херобора. Не буду прям жестко высказываться, но херобора. Поэтому, во-первых, по ящикам недочет. То, что обещали из 10 ящиков, один выпадет однозначно. Это просто, просто сумасшедшее. Ну да ладно, хотя бы и так вот хорошо, как говорится. У нас вот такая фишка есть по открытию ящика. Берешь и штампуешь. Вот так, клац, 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 клац. Зато смотрите на счетчик. О, два еще выпало, пацаны, смотрите, открываю вот эти, вот смотрите, еще два выпало. Может, надо быстрее клацать, прям я прям ощущаю себя в какой-то, знаете, рулетке или вот это долбанное казино Азино, три топора. Вчера я был бомжа, сегодня я крутой. Телок море, хоть бухла им в рот залей, налей. Ну, короче, вот. Казино какое-то. Ну, он 6 уже выпало, видите? А счетчик, видите, обмен вверху и опыт. Ну, таким способом, вот.
А знаете еще какая интересная фишка? Фишка. Смотрите, лямы капают, просто ядрит твое налево. Ну, в общем-то, миссия у меня будет открыть. Но, тем не менее, были у меня деньги как раз в обнове. Вот новый у нас тайп. 99А2 10 уровня, китаец. Ребят, вот я на него, короче, для стрима уже подготовил для вечера. Может быть и днем застримлю, не знаю. Ну, вообще, думаю, 5 часов по Москве. Теперь смотрите, что насобирал. И бабло у меня закончилось, потому что до этого я и так уже все, в принципе, выкупил и ничего как бы не играл давно. Но при этом бабло закончилось, но у нас еще есть другие танчики у поставщика, которые надо приобрести. Та-та-та, тем более сейчас там минус 20%, вон скидка, смотрите. Хоп-хоп-хоп. Сейчас 12 лямов еще себе нащелкаю. Короче, охрененный способ заработать бабло. Собирай ящики, открывай ящики. Выиграешь просто обезьяна три банана. Даст тебе и все. И просто бабло посыпется и купишь все танки в игре. Ну, по крайней мере, для стрима все готово. Будет до вечера. Сейчас еще поклацаю в этом арматовском казино. Клац, и все будет зашибись. Так что, в принципе, все работает, ребят. Только, короче, кроме того, что 30 ящиков надо было открыть. Ну что, ребят, на этом все. Прошел год, быстро начали ящики открываться, хотя не одним щелчком, но тем не менее, открываются, с этим проблема, 30 ящиков надо, а не 10 открыть, вот как бы, так что такая хрень. Ну и конечно же будем ждать стрима, подписываться на канал и тому подобное. Все, на этом все, парни, заканчиваю, чтобы не растягивать видосик. Хотел показать, продемонстрировать то, что есть ящика, что он открывается и как оно нахрен работает. Все, ребят, всем пока.